Приветствую вас в 83-й серии нашего пути. Бомжа за 365 дней на Резонар. Поначинаем мы на 194-м. Я зашел в игру 18, 10 раз же переодеваюсь рабочую форму и кушаю. Решил начать серию с азарта, поэтому заскочил в новое казино. Давайте купим, к примеру, 200 тысяч фишек и попробуем покрутить вот эти вот новенькие автоматики. В прошлый раз 2000 фишек мы с вами подняли здесь 200 тысяч, надеюсь, что сегодня нам также повезет. Давайте начну крутить по 2000 фишек за штуку, может сейчас что-то крутое нам опять выпадет. Кстати, ставь лайк, если хочешь, чтобы каникулы длились как можно дольше. Выпало 3 бомжа, и это у нас плюс 10 тысяч фишечек. Окей, кручу дальше. Опачки, посмотри, Митина выпало, и у нас плюс 20 тысяч, отлично. Еще плюс 20 тысяч, ништяк. Так, так, пацаны, нам выпало 10 бесплатных прокрутов, окей, погнали крутить. Это можно назвать такой, как бы, бонуской. Плюс 12,5 тысяч, но что-то вообще ничего крутого не падает. Окей, давайте попробуем покрутить по 15 тысяч фишек за ставочку. Может, сейчас крутое что-то выпадет на 15 тысяч, прикиньте, x100 на 15 тысяч выпадет. Но нет, падает полный бред, и мы всрали все фишечки. Да, не повезло сегодня нам, не фартануло. Давайте крутанем бесплатное колесо фортуны. И нам выпало плюс 500 фишечек, давайте их также крутанем. Но выпал полный хлам. Заехал к нам домой, оплачу налоги на наши дома. И залетаю в наши майнинг-фермы и собираю все наши намайненные биточки. Плюс 281 биточек. Заехал в банк, забирал ларцы организации, давайте продадим все наши биточки. Плюс 16 миллионов, ништяк. Также снимаю с основного счета плюс 1,3 миллиона. Приехал на центральный рынок, поставил здесь лавочку, выставил все, что у меня есть на продажу по вот таким вот ценам. Прибежал к семейной ЖК и беру здесь ежедневное задание на охотимся. Приехал в лесок и начинаю здесь убивать оленей, ничего сложного здесь нету. Офигеть, пацаны, здесь какая-то аномалия, здесь олень тупо колесом катится, что за фигня? Если что, кстати, я играю на Резонар по сервер Шоу Лоу, поэтому если ты еще и начал играть вместе со мной, то качай игру по ссылочке в описании и регистрации на мой сервер Шоу Лоу, вводи ник OG Storm, за который ты получишь максимальное количество денег от системы плюс 4 рандомных ларца. Также не забывай про промокодик Шторм с маленькой буковки, за который ты также получишь максимальное количество денег от системы. Жду именно тебя. У меня закончилось оружие, поэтому заехал вам и давайте с вами купим эмочку. Купил 300 патронов. Вернулся в лесок и добиваю здесь оленей. Отлично, минус задание. Приехал к семейной ЖК и сдаю этот квест. После чего мне нужно было срочно уходить, поэтому так и закончился наш 194 день. Начало 195 дня началось у нас 2 часа 5 минут. Сразу же переодеваюсь в рабочую форму. Смотрю ежедневно здание в батлпазе, сегодня это день тяжелой работы. Нужно разбить 20 залежей любых ресурсов на шахте. Поэтому приехал на шахту, покупаю здесь разрешение на добычу. Ну и беру в аренду кирку на 1 час за 1 миллион. Ну и погнали с вами пофармим. Как раз ночь, очень мало игроков и думаю сейчас неплохо так ресов я насобираю. Отлично, минус задание в батлпассе. Забираем награду. Плюс забирал рез с премией и аксессуар банановая кирка. Интересно, кстати, ей можно добывать или нет, давайте сейчас проверим. Но нет, походу ей нельзя добывать. Было бы прикольно, если бы можно. Ладно, фармлю дальше. После чего я пошел спать и проснулся в 15:25. Сразу же переодеваюсь в рабочую форму и кушаю. Приехал на центральный рынок, поставил здесь лавочку и выставил все, что у меня есть на продажу по вот таким вот ценам. После чего еще купил на центральном рынке гражданские талоны не дороже 15 тысяч. Хочу сегодня попробовать поставить рекорд. Ну точнее хотя бы попытаться. Что ж, приехал я в центр гетто в зал игровых автоматов. Ну и погнали, испытаем удачу, попробуем сейчас быстренько найти пару. Ну что-то, пацаны, у меня это очень тяжело получается. И да, справился я только за 2 минуты 7 секунд. Мы даже на 10 место с вами не попали. Первый челик за 50 секунд собрал, офигеть. Приехал на аренду самолета, беру в аренду Spacefly на 1 час за 1 миллион. Переодеваюсь в рабочую форму и беру наш первый рейс. Ну и полетели. За один рейс мы с вами получаем плюс 495 тысяч, ништяк. Так, пацаны, началась какая-то большая авария на шоссе, давайте примем участие. Будем, к примеру, эвакуировать раненых. Беру скорую, ну и поехали. Так, приехал, здесь, как я понимаю, мы берем с вами носилочки, и вот здесь вот так вот просто загружаем людей. Ну и загружаем их в нашу скорую помощь. Кстати, а пока я это все делаю, давайте для вас сегодня разыграем 2000 азыкоинс абсолютно на любом сервере Аризоны. Просто если ты уже подписан, то отпишись, подпишись, если не подписан, то подпишись, поставь лайк и напиши любой крутой интересный комментарий от 4 слов с тайным словом. Давайте тайное слово сегодня у нас будет. Устройство, с которого вы играете в Аризону. Это если телефон, то можете написать марку телефона, если компьютер, то можете написать там, какая у вас видеокарта, процессор и так далее. Мне будет очень интересно узнать. Итоги, если что, на 200 лайков, поэтому рассказывайте про розыгрыш друзьям. Все, скоро я загрузил, теперь поехали отвезем этих раненых. Все, я привез, и теперь, как я понимаю, мы должны их выгрузить. Ага, здесь мы проводим операцию. В принципе, здесь сначала разрезаем скальпелем, а теперь вот пинцетом достаем вот эти вот обломки или что это. Ну и иглой все зашиваем. За одно тело мы получаем с вами плюс 550 тысяч, ништяк. Так, все, мероприятие у нас успешно завершено. Мы получаем с вами, как я понимаю, еще плюс 1 100 000 и плюс 45 азакоинзов, ништяк. Приехал в один бар, где я могу стоять в АФК, так как сегодня их 4 пейдей, это мне очень сильно пригодится, потому что сейчас мне нужно уходить. Ну и встал в АФК, начал здесь фармить, так у нас и закончился 195 день. Начало 196 дня началось с 8:16. Сразу же переодеваюсь в рабочую форму, ну и кушаю. Приехал в центр занятости, хочу сегодня поработать дальнобойщиком, поэтому стараемся с вами дальнобой.
перевозчиком. Приехал на аренду фуру, беру в аренду Теслу на 1 час за 800 косарей. Ну и погнали за грузом. Приехал, здесь беру наш первый груз. Ну и поехали. Также еще собираю по пути вот такие вот подарочки. Что ж, не забываю взвеситься. Довожу наш груз, и за него мы с вами получаем плюс 740 косарей. Ништяк. Окей, работаю дальше. Что ж, после того, как поработал, решил снова заскочить в новенькое казино, но просто чтобы крутануть вот это вот колесо фортуны. Выпала плюс одна серебряная рулеточка. Решил еще рискнуть, так как серия сегодня у нас немножко азартненькая, и давайте зайдем в бар сейчас и попробуем с вами сыграть на небольшую такую ставочку. Ну вот здесь один паренечек, и давайте сыграем с ним, к примеру, на 5 миллионов. Все, он кидает нам 5 миллионов, и мы с вами поднимаем плюс 5 миллионов. Ништяк, повезло так повезло. Забежал на центральный рынок, поставил здесь лавочку, выставил все, что у меня есть на продажу по вот таким вот ценам. Снова приехал на аренду фуру, но в этот раз я решил взять DFT-шечку, чтобы немножко повозить азы коинс. Беру в аренду DFT на 1 час за 700 косарей. Но здесь нету топлива, поэтому погнали на заправочку за топливом. Быстренько на скейте доехал и покупаю здесь канистру. Пипец, кикнул за подозрение в читерстве. Все, вернулся, и теперь заправляем нашу DFT-шечку. О, кстати, как я понял, вернули, что теперь канистра добавляет по 15%, а то там сделали, что он добавлял только 2%, а теперь вернули, что опять по 15%. Ништяк. Или может это только на водный транспорт можно было по 2% добавлять. Приехал на сухие нефтевышки и покупаю здесь бочечки. Довольно много сейчас конкуренции, не знаю даже почему. Почти полностью зафулил нашу DFT-шечку, но поехали разгружать ее. Приехал на нефтебазу и погнали разгружаем нашу DFT. За одну бочку мы получаем плюс 126 тысяч и плюс 13 азы коинсов. Так, так выпал плюс первый лес премии за сегодня, отлично. И опачки выпал плюс первый супер мотоящик, ништяк. Снова приехал к семейной ЖК и беру квест на охотимся. Приехал в лесок, нахожу здесь двоих оленей. Быстренько убиваю. Заехал в центр гетто и поймал здесь несколько лакши ларсов. Вернулся в лесок и добил последнего оленя. Приехал к семейной ЖК и сдаю этот квестик. После чего прибежал на центральный рынок, поставил здесь лавочку и высылал все, что у меня есть на продажу по вот таким вот ценам. Ну и приехал в один бар, где я могу стоять в АФК. Так и заканчивается наша 83-я серия. Поэтому, если хотите видеть 84-ю серию как можно скорее, то прожимайте лайкосики. На самом был как всегда Шторм. Всем спасибо за просмотр. Всем удачки, всем пока. И помните, это только начало. Дальше больше.